Привет! 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 А вот так вот оно всегда и начинается. Здрасте! Блин, мне тоже надо придумать колеса какие-то. Тачку купить, что ли, коробчичку? Не такой большой. Не, он не большой, 9 килограмм. У меня тоже 9 килограмм. Да? Да. Пакуйтесь. Да. Кто туда, в какую сторону? Два. Пока-пока. Приключаемся? На Рафаминска, там уже офигенно. О, какая там полянка красивая. Да, вон она, речка Нара. Действительно, все близко. Ха-ха-ха. Ну, я предлагаю дальше не ходить. Прям тут будем... Что там нету тебе? Есть там речка? Все нормально. Смотри, даже течение есть. Нет. У тебя будет мало возможностей для тренировки. А ты нажми на... Я нажала. Красный. Нет. И что он... К чему он вообще призывает? К чему эта просьба? Это Оля жару вызывает. Уже, видишь, жарче стало. Нормально отдохнуть. Сережа, мы успеем, не нужно нас выкидывать. Так, там аккуратно, там топка. Тебе надо, вот ты сейчас уже попробовала попереворачиваться. А, куда попереворачиваться? Не, ну она же сейчас... Нет, на сапе. Да, на сапе. Так, как-то так. Да, ну все, вот давай, так, торжественный спуск. Ну, да. Ну, поймай. Да? Да, меняй. Справа, то слева. Так. Ну, вы сейчас от вас и все, и ага. Ну, да, до встречи в серпух. Так, вернуться, а мы сейчас затап... Развернуться по течению. Так, это наоборот? Да, да, наоборот. Стороны. Вот, видишь, тебя хорошо разворачивает. Да. Смотри, как борется. Да что-то цепанулось, и все, еле раскрутили. Там хоть какая-то протока есть впереди? А. Ну что, пойдем за ней, толкать ее будем. Угу, тут пошли. Вообще красиво так впереди. Течение почти стало. Мальки красавчики. Угу. Я таких не видела. В Москве видела, на реку с ним сидишь. Ну да, желтая в основном. Я думала, вы там поплыли. В Москву приплыли. О, припарковались. Какая-то здесь, это ручей впадает в Нару. Небольшой водопадик. Вот, сейчас тронемся. У нас тут припал. Шакак стартанем, листочки по реке плывут. Ну что? Ну, какой-то завал. Мостик, вот берег. Мост такой, смотри, длинный. О, завалы.
местечко для этого, для пикника. Ну, хрен выйдешь. Кто он впереди? Пейзаж. Сбоку пейзаж. Отражение интересное. Может быть, получится. Ура! Ну как вышки? Почему не лезешь? Тринадцать километров по Наре. Все равно, что 20 по Истре. Все загрузили? Да, все. Видишь, сюда три не влезет. Три уже не влезет. Влезает. Три сапога. Три, да? Ага. Два вот этих вот прокатных и вот этот большой влезают. Ой, слушайте, ну все равно герои, поэтому надо поздравить. Ну, да. Ух ты, красота. Надо аккуратно, да, чтобы они... Спасибо. Это моя бутылка. Ура! Все, мы доплыли. Съезд, поверните направо. Это опять мы. Сколько прошли-то? 13, 20. Попала в траву. Да. Ну, и совсем немного воды. Ну, понятно. То есть грибли. Грибли. Да, прям такие. А грибли. Как грибли. В общем, там всякий чай. Да, они все... Вот этого. Воды, которую непонятно. Да, спасибо. Счастливо. Счастливо.